все вопросы для того, чтобы лечить людей, учтены, не просто учтены, они решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски. Спасибо китайцам. Си Цзиньпин, спасибо ему, отозвался. На мою просьбу прислал нам один станок. Сейчас второй станок для печатания масок, респираторов. У нас будут целые фабрики. Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными, новыми способами. Врачи научились работать. И притом разными вариантами.